наконец-то вышло солнышко. Поснимай, сейчас уже подъезжаем. Сегодня у нас 21 градус Цельсия, был в 10 утра. Сейчас 21. Сейчас тоже 21? Да. Но обещали 28 сегодня днем. А завтра вообще будет похолодание. В пятницу где-то 16 градусов будет. Так что... Число, скажи, какое сегодня? Сегодня, я не знаю, какое. 20 июня 2018 года. Появилась женщина в машине. Женщина на корабле со своими вонючками. Пахнючками. Там. У нас романтик. Музыка романтична. Вот она, наша деревня, походу. Скоро уже. 2 километра. Желтые домики. Пыль. Эй, а где твоя велосипедная дорожка? Нету. Чё-то. Чё нет? С двух сторон, пожалуйста, катайся. О, озеро. Вон там у нас парусы, все красиво, шикардос. Вот мы подъезжаем к фирме Абус, сейчас будем разгружаться. Только куда ехать? Прямо, наверное, да? Ну, в ворота заехать нужно, сюда? Наверное. Или сюда? Нет, нет, наверное, здесь лифтовый. Мы ездим сейчас по такой территории, где очень много лесов. Прям вот зелено, так вот хорошо, воздух такой. Ну и заводы. Эндрю Трек Драйвер. Птички поют. А идем-ка мы посмотрим, что делает Андрей. Мне кажется, он сейчас развязывает ремни для того, чтобы разгрузить свою фуру. А нет, он сидит в телефоне. Походу, он сидит в телефоне. И даже я очень хорошо это вижу. А ну иди работай! Ты точно снимаешь? Да, иди свои ремни развязывай. Я уже развязал. Развязал? Ну да, уже все, крышу открыть и все. Хорошо, молодец. Я контролирую все, весь процесс. То рассказывает он мне, что он тут работает, так устает, прям вообще, такая у него тяжелая работа, посмотрите на него. Постоять в теньке у него очень тяжелая работа. Показала Эндрю Трек Драйвер? Показала уже, показала. Добрый день, друзья. Это продолжение. Это секретарь Эндрю Трек Драйвер. Мы опять едем по узким дорожкам. Красиво. Только что виражи проезжали, серпантины. Прям как в Румынии, кто был в Румынии. Вот так вот и здесь. Очень красиво. Разгрузились, вот сейчас едем на вторую разгрузку. Вроде бы Андрей уже не нервничает, он смирился с тем, что он везет металл. Он пиво все время хотел везти. Такое ощущение, как будто тебе там ящиками пива это давали. Не пиво, а водичку хотя водичку. Бы. Или вообще что-то легкое. Там дадут 2 бутылки воды, и он доволен. Блин, ну лучше, чем металл, блин, грузить по 24 тонны. Ну, смотрите, как узко вообще Android дает. Автобус. Он какой-то деревня. Мы проезжаем, здесь белый. Мы проезжали серое, все было, все домики. А здесь белый с коричневыми крышами. С черными полосками.
Ого! Что? Ребята, посмотрите, какие горы каменные. Это о, просто обалденно. Да маленькая скала, ничего особенного. Да, вообще ничего особенного. Ты не была в Испании. Это, не, ну нормально, конечно, красиво. Я не была, но, знаешь, тоже красиво. Красиво, красиво. Вот мы почти доехали. О, вот она, походу, да? Где? Там. Не знаю, мобил. Как называется? Что нам мобил нужен? Сейчас посмотрим. Нам нужен вел. Витек. Верхаусен. Вертек. Еще есть. Вот металл Верарбайтунг. Витек. Витек. Подъезжает андроид к разгрузочке. Разгрузочки мне так не нравится, когда разгрузочка. Ладно. Так. Давай смотри, Витек. Витек. Вот здесь где-то. Вы достигли конечного пункта. Да? Вот, Витек. Где? Вот. А, ну да. Так, теперь въезд. По левой где? Стороне. Наверное, как-то здесь станем, и они как-то будут выгружать. Заезжать. Не, вон там заезд, видишь? Вот сюда. Задом, наверное. Угу. Вот мы приехали. Там такое маленькое помещение. Что-то я сомневаюсь. Нету крана даже. Ладно, сейчас будем ну, посмотреть. Ничего. В общем, приехали мы с железом. Я не, даже не знаю, как его разгрузить. Потому что у него такой карщик, у него такая... Короче, это все не важно. Его попросили перестроиться, переставить свою машинку. Эстрих машинен Фриман. Вон у него там есть кран. А? У него же есть там кран внутри. Не могут разгрузить андроида. Вышли с какой-то... Да. С чем они вышли? Маленькая. С маленькой карой вышли и решили... Они, что, они что, не знали, что, что ты им привезешь? Ну смотри, что-то они придумали. Сейчас знали, но думали... Не знаю. Сейчас будем смотреть, что они придумали. Вот так откручивается, ну, чтобы тент расслабить. Снимается и все, и тянется. Много мозгов надо. А что там? Железо. Вот такое вот железо. Куски. Даже возле различных фабрик они стараются, чтобы было зелено, красиво и просто все очень-очень привлекательно. Трудятся, работают люди. Все, парни, погнали. Первая съемка, так серьезно повесили как-нибудь, не знаю. Табличка, если вам мешает, наверное, чуть мешает, но пока оставим табличку.
Ну все, последний. Посмотрите. Жена мне готовит кушать. Привет. Привет. Себе я сварила гречку с сосисками и с маслом. А Андрею я делаю яичницу с колбасками. Да, колбаски берлинские, баварские. А это велосипедисты. А это я вот здесь буду сидеть и наблюдаю, вот там на горе, видите, чувак залезает в гору. И там один чувак залезает в гору. Короче, вот с таким видом мы сегодня отдыхаем. Завтра у нас там разгрузочка будет. Ну, это мы, короче, съездили, разгрузили третью и вернулись на вторую. Они завтра нас разгрузят. Вот даже слив есть. Да, видишь, как на кухне. Зачем квартиру снимать? Иди ты. Иди ты, хочет квартиру. Только нету ничего путевого. Пока. Найдем. Очень быстро хорошие хаты забирают. Мы вчера нашли две и уже все. Утром их сегодня не было. Так что так. Все, всем спокойной ночи. Наверное, все эта серия. О, блин, заляпан. Монитор.